Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это немножечко все меня сбивает, потому что мы с вами в Assassin's Creed Valhalla, но в данный момент у нас проявилась Лейла Хасан. Она нашла аномалию, и поэтому даже сохраниться здесь как-то не получается. Поэтому давайте продолжим. Вернемся обратно к этой ситуации и попробуем найти, куда нас тут зовет наша найденная аномалия. Что-то тут надо сделать, а вот что? Она огромна. Ёлки с палками. Что это было за... Блин, не надо меня так пугать. Ну, на эту я явно не перепрыгну штуку. Мне надо явно вот туда, на тот столбик, направить луч, я так думаю, да? Блин! А чё ж ты туда-то прыгнула? Думала, ты просто спрыгнешь вниз, но нет. Ты, переносной? Вот оно как, все ясно. Мне, очевидно, надо сначала вот на тот поставить. Иначе зачем оно так было? Да? Побежали сюда. Я сюда допрыгну. Нестабильный объект. Ну как, подожди, я же его стабилизировала с помощью луча. Что вы мне врете, что он нестабильный? Что давно стабильный. Так, а это что у нас? Что это такое? Почему оно вот такое вот? Все ясно, значит, ты у нас пойдешь на этот, на дальний кубик, судя по всему, да? Ну, давай же. Как нет? Изобразие. Не получается направить его на этот кубик.
Я могу предположить, что нам надо сделать какое-то второе преломление, но... Как тогда быть с этим? Ладно, подожди, давай, оставь пока его. Давай я попробую... Не-не-не, оставь. Да блин, да оставь же ты его. Два вот этих кубика надо подсветить. Так, а чем мы двигаться не собираемся? О, игра. Потрясем нашу клавиатуру. Мы зависли. Мы зависли. Какая неприятность. Ассасин. А что делать, если у нас завис случился? Поехали по новой. Твой сигнал мерцает. Снова аномалия? Да. Значит, связь пропадает, когда я их нахожу? Да, к сожалению. Обычно на несколько минут. Черт. Постарайся не отвалиться. Тебе надо это послушать. Да, мы и раньше ловили какие-то странные сигналы в этой аномалии. Так что поехали по новой. Так, все. Слушай, а смотри-ка, вот это вот мне тут зачем дано? Ладно, потом разберемся. Сейчас я хочу все-таки понять с этими свободно переносимыми штуками, которые у нас тут заело. Почему, собственно говоря, ее заело? Она вообще не достает или не достает? А, она в другую сторону преломляется. Вот она что, Семёныч. Понятно. Или кто там был, Михалыч? Так, давай поп... И все, и смотри, и опять зависли.
Да что ж ты будешь делать-то? Спасибо, что отвисли. А, да, вот у нее лучи-то показывают, куда они направляют. Или, вернее, куда будут направлять. Я-то эту не поставила. Не поставила я ее под луч. Вот. Короче, чтобы мне эту направить, мне надо вот эту вообще ставить куда-то на край. Она вообще у меня на вот эту вот, на вот эту, никак не направится. Вот хоть ты тресни. Поэтому она может направиться только на дальнюю. Вот таким образом, предположим, так. А эту сейчас мы подтянем тогда. А как мне быть тогда с ближней? Вот. Ее мы стабилизировали. Но сьёрт побери, как я туда попаду? Я туда никак не попаду. Во-первых, этот куб у нас нестабильный. Мне надо как-то вот эту стабилизировать. А, подожди, а зачем мне? Сейчас я попробую, знаешь, откуда это сделать? Этот-то мне уже не нужен. Понятно, зачем мне нужен вот этот обход. Да? Мне понятно? Ну, теоретически, да. Хотя нет, мне надо наверх. Просто-напросто наверх, и все. А я попаду наверх. Как я сюда забиралась-то? Или это просто, чтобы нас запутать? Ярость бури отправился в дальние странствия. Ищет способ вернуть своего сына в жизни. Спрашивает каждый лист и камень. Можно этим воспользоваться. Украсть седьмой способ, сыворотку и катализатор. Так и сделаем. Пусть заплатит за все наши муки. Мы мыслим одинаково, как созвучные струны.
Мы отправимся, когда придет время. Так, я так понимаю, что на эти красные штуки нам лучше не попадаться, да? Я правильно понимаю? Так, ну так и есть. Прозрачные, я пока не пойму, где они ходят. Черт, тут так как-то это надо еще выбрать момент, блин. Лайла. Ходит прямо здесь или он за ней? Ага, за ней. А дальше как? А, смотри, какая бяка. Они еще и сталкиваются, что ли? А, это за ним. Блин, ну так не хотелось бы сейчас напоследок-то. Здесь. Я ее вижу. Мелькает на твоем мониторе. Лайла, привет. Бека возится с сервером. Ищет для тебя решение. Ну и как? Пока ничего. Но она показала мне, как расшифровывать данные. Ты подбираешь пакет, я нажимаю кнопку. Хорошо вам говорить. Я подбираю пакет. Вы нажимаете кнопку, а я тут прыгаю. Бог знает, по каким высотам. Ну вот и пакет. Данные у меня. Вот они. Что-то какие-то обрывки мы увидели, но в основном мы видели с вами черный экран. Что это было? Анимус. Анимус. Вот как это называется. Я все вспоминала. Так, все. Господи. Отмучились, Эйвор. Ну-ка, выпусти Сюнин, пусть она посмотрит. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Что у нас там? У нас пальчик. Пальчик. А где он был? Почему он исчез? Это что-то за странные такие аномалии действительно у нас творятся. Только что тут был опал. Куда делся? Сознавайтесь. Это очень хитрый опал. Все, Эвор, пойдем. Пусть эти ученые лазят тут по своим анимусам и анимусам. Анимусам. И прочим. А мы с тобой пойдем за опалом. Прям какая-то дорога в Асгард тут была проложена.
О. Чего себе не отбили? Интересно, под водой что-нибудь более ценное, чем руда? Нет. Еще менее ценное. Поскольку ее мало. Итак, это все хорошо, но как же нам добраться до опала-то? Тоже прям... Так, по такой стене ты сможешь залезть? Нет, да? Зараза какая. Красиво прыгнули. Вот плохо, что наша ворона не научена, наша ворониха, вернее, не ворона, а ворониха, не научена приносить такие вещи, как опала. Мы должны сами за ними лазить. Что за безобразие? Зачем я сюда лезу, я тоже не знаю. Теоретически надо было, наверное, как-то повиснуть, спрыгнуть вот на вот эту вот перекладину центральную, от нее сюда и... Слушай, а что это мы так... Это... Что это нам так плохо-то? Это наша Лайла так наскакалась, что у нас теперь здоровье нулевое. Не нулевое, но плохенькое. А это опять у нас вид, да? Панорамный. Когда-то это были акведуки, по которым вода с гор шла. Она и сейчас идет. Она только прервалась. Шла в город. Или в монастырь на сей раз. Давай-ка мы слезаем. Сейчас найдем какую-нибудь сморожку. Или убьем какую-нибудь корову. Нет, корову я не хочу убивать. А вот цаплю, например, пожалуйста. Промазали. Пожалуйста. Да как же так-то? Ну давай, давай, расстреляй все свои стрелы. Так, да, вот, провизия добавилась. Надо же. Прям уровень получили. Ну вот. Клюв цапля. Все, давай искать дальше, где мы, что мы можем найти, куда мы можем выдвинуться, где мы еще можем как-то ослабить что-то. Давай попробуем выдвинуться сюда. Почти уже к Люндону подошли. Я, честно говоря, не вижу, где мы что можем ослабить. Но, тем не менее. Цыган. Это за водичка у нас тут потекла. Давай глядеть. А вот, кстати, еда. Максимум, ну да. Мы питаемся одной морожкой. Ох, как давно не было у нас пиров. Последний раз мы пировали на свадьбе. Это было уже так давно, что и не помнится.
А, ну да, на Астаре тоже. На Астаре. Так, смотри, вот дорога какая-то. Может быть, здесь? Да, точно, видите, акведук. Такое прямо многоярусное. Конечно, грандиозное сооружение было. Так, человек, ты нормальный человек? Нормальный рыбак. Ладно, поехали. Хемехейм. Что у нас тут? Давай-ка наденем на себя штучку. Места-то тут, в общем-то... О, видали? Недружественные. Женщина камни складывает на тележку. Мило. Это мило, ага. Штучка, ключ. И вроде как упырей нету, да? Все спокойно, все свои. О, нырять придется, да? Нет? Припасики. Так, а что пишут? Пьер пропал. Приходила Аделаида и спрашивала, где Пьер. Странно, его не было видно с тех пор, как он пошел проверить колодец 3 дня назад. Надеюсь, он не напоролся на оборотней, данов или других чудовищ. Угу. Колодец, говорите. Ну-ка. А где у вас тут колодец? Сейчас мы ключик ваш заберем. У меня уже столько этих ключей, я вам скажу. Угу. Колодец, колодец. Дай воды напиться. Это ваш колодец? Может быть, и мог бы быть, но это не он. Пришла за вашим никелем. И титаном. И все-таки меня больше заинтересовал не никель и титан, а колодец. Это вот этот колодец, может быть. Но тут я не знаю, кто утонет. Разве что даже мышь тут не утонет. А ну-ка, Сюнин. Погляди, Сюнин. Да, погляди, где у них колодец. Пошел к колодцу, значит... А-та-та-та-та-та, вон он, колодец. И там уже какие-то вороны кружат. И, кстати, что-то там такое... Светится тоже. Ну, пошли. Ой. Сидел мужик, натирал полы. Прям хочется собрать малинку. А вот так вот они напишут записки, а подойти и проверить у самого колодца им не досуг. А что у нас тут такое творилось? Посмотри. Какой ужас. Кровь, кишки, расчлененка.
Ну что делать? Полезли. Чудовище Дана. И еще одна карта сокровищ. Ох, елки с палками. Не, ладно, волки. А почему тут сожженные люди? Которых в этот колодец явно сбрасывали. Он, очевидно, ваш Пьер накрытый. Причем это ж кто-то делает, да? Это же не... Сами ж они сюда попадали. Что здесь творится? Ну, вокруг этого пня что-то тут такое летает. Летало. Подозрительное. Вырванное с корнем дерево. Может быть, когда-нибудь мы и узнаем. Но, опять же, это не то, что нам нужно на данный момент. Маковые поля тоже прекрасны. Когда они созреют, они будут еще прекраснее. Какое-то дерево тоже прям ритуальное. На Данов гонят. У самих-то черт знает, что творится. Так, а мы с вами выдвигались сюда же. О, заяц. Попали? Нет. Попали. Отлично. Да? Красные розы. Знаем мы эти красные розы. Символ печали. Вернее, наоборот. Белые символ печали. Красные символ любви. Окей. Давай смотреть дальше. Сюда-то мы добежали. Это мы нашли. Теперь у нас есть вариант... Дойти сюда. Ну, вот здесь такой какой-то очень странный перекресточек, да? Так, ну а для начала давай добежим там, где книжка. Тоже когда-то был колодец. Ко всем колодцам буду очень настороженно относиться. Угу. Так, лагануло не по-детски. Не значит ли это, что где-то рядом что-то есть? Ну-ка, карта. Ну, лагануло, наверное, только потому, что открыла нам. Это новая область, это Люнден. По большому счету, нам он не нужен. Который сейчас Лондон. Да. Да-да. И, в принципе, эта книжечка-то уже находится как раз в Лондоне. Здесь лучше вести себя тихо. Ну, понятный перец. Понятный перец, что лучше вести себя тише. Но как бы тут есть вот эта штука, но...
Вряд ли нам нужно сюда. Слушай, а вон тут у нас еще что-то есть такое тоже закопанное. Так. Ага, вот он тут самый, кстати, акведук. Мы по нему лазили и лазили. Вот он тут идет. С этих озер явно. И вел он не куда-нибудь в монастырь, а просто в Люнден. Ох, сколько тут всего Колизей. Да, обалдеть. Крепость. Не знаю. Давай посмотрим. Давай вызовем Сюнин. Осмотрись вокруг. Нет, это не то, что нам надо. Понятно, что можно было какое-нибудь умение отсюда утащить. Но пока что, наверное, нет. Наверное, нет. Зачем надо было таким высоким строить? Мне вот интересно. Потому что те воды, которые там вот... Озеро. Оно же не так высоко. Мы там были, вот его уровень. А это зачем тогда? Ну, это явно художники тут наши немножечко перестарались. Да? Эйвор. Пойдем отсюда. Где я поставила меточку? Вот туда. Так, что-то тут припрятано, что-то тут припрятано. Вон он, сундучок. Сказать, что мы можем просто так. Да, это было бы не просто так. Эйвор, нам надо бить вот эту решетку. Блин, да слезь же ты. Во. Немножечко кожи и руды. Ослабьте хватку, ослабьте хватку. Я, как обычно, вот хорошо мы наткнулись два раза, да, совершенно случайно. По поводу ослабления хватки. А что делать дальше? То есть большие, как бы крупные места у нас закончились. Искать засады по дорогам я что-то как-то не особо, мне хочется этим заниматься. Так, лошадь, ты здесь перепрыгнешь? Молодец. Хорошая лошадь. Подозрительное местечко. А, ну-ка. Я так и думала, что я бы сюда что-нибудь спрятала. Может быть, не змей? Ну, что-нибудь в этом роде. То есть я промазала. Ладно, Эвер, что там с той змеей-то? Где она? Это все. А вот, кстати, сыроежечки, которые мне нужны как максимум. А, это ворона была.
Мне показалось чем-то примечательным это местечко. Ну, вполне возможно, что тут покажи что-то мне есть. Все. Ну вот, например. А то б тут просто так лежали змеи. Что вы хотите сказать, что он просто так лежит? Да, он просто так лежит на земле. Какая прелесть. Ага, письмо. Заплесневевшая записка. Я прихожу сюда, чтобы понаблюдать за гадюками. Какие они интересные создания. Каждый день я узнаю о них что-то новое. Они так заняты и совсем безопасны. Сегодня возьму одну домой и сделаю своим питомцем. Так, я так думаю, что стоит поискать. Труп хотела сказать. А труп, вот он, да, взял на воспитание. Пустой ящик, правильно. Ящик остался пуст. А, вот и любитель гадюк. Стал же тут сидеть. И вот маленькие-маленькие истории. Забавные. Но нам-то нужна большая история. Наша история. Конь. Поехали. Ой, господи, что это было? Мы на ворону наступили. Так, какие-то там вопросительные значки. Это явно то ли торговец, то ли еще кто-то. Думаю, что да. Рад встрече. Сведения? Тебе нужны сведения? Да, скажи мне, и где... И насчет оплаты. Так, я хочу найти... Нет, да мне не интересно. Он... Нет, спасибо. Не дает Может, нам... Может, позже. Да позже, отвянь. Не дает он мне ничего. Знаю я этих проходимцев. Знаю. Так, стрелы соберем. Вот в чем тут дело. Тут бандитские места. И бандитские олени. Ну-ка, дай-ка мне карту. Я и говорю, такой подозрительный перекресточек. Хорошо, мы зайдем в бандитские места, мы потом придем сюда. Ну-ка, давай пойдем. Там кто-то, кстати, стоит, по-моему. Нет, это был пень. Да, заяц, заяц. Ладно, заяц. Тут у нас волк, утыканный стрелами. А это... Бандитствующий элемент. Эйвор, давай же. Сейчас начнется. Ты убил моего брата. Сколько вас там? А, там вон еще один. Вон еще одни. Блин, промазали. Ты не кидаешься, хорошо. Он просто дубьем крутил. Хорошо.
хорошо сегодня собирает стрелы. Удобно. Так, чует мое сердце, сейчас мы будем с вами опять спрыгать тут. Же тут бдительная. Бдительная. Черт. Зараза. Какая падла. А, вон еще одна падла. А ты вообще должен был сгореть уже давно. Торт дал мне сил. Бог его знает, где там этот торт. А вот торт — это всегда. Это всегда надежнее. Так, пошли посмотрим, что у нас тут есть. Монеточки. Добычка. Ну, это эти самые бандиты лесные. Это не те войска, которые нам нужно ослаблять. Не, она, конечно, всегда приятна, добыча и так далее. Как говорится, денежка лишняя не бывает. Но как-то уже надоело, что ли. Не знаю, как вам. Мне надоело заниматься. Интересно, как вот эта плита лежит тут на таких гнилых досках. Так. Ага. О, опа. Это явно кусок был титана, да. Вот, здесь мы обчистили. Прям очень хорошо. Давай посмотрим на карту. По-моему, тут больше ничего не осталось. Или... Так, аббатство. Да, я помню это аббатство. Тут какая-то штука закрытая. Непонятно, как туда попасть. Особо я там ее тоже не осматривала. Ну, я не знаю, где еще искать. Можно, конечно, ринуться куда-то сюда. Знаю, может, как-то по дорогам. Кто это такой? Неизвестно, кто это такой. Какой-то ревнитель. И пока что непонятно, какого он уровня. Сколько все-таки капитальные, да, постройки были, что народ еще долго пользовался ими. Тут кто-то был когда-то привязан к столбу. Этими римскими постройками. И даже не задумывался, опять же, о том,
что когда-то это были огромные постройки, величественные. Сейчас мы их... Дым-пам-пам-пам. Не знаю, зачем мне это надо, но в качестве практики, скажем так. Так, подожди, а что у меня там намечено на единице? А, просто, да? Путь туда. Ладно, что делать? Давай тогда звать лошадь. Да, алло. Опять какая-то ночь, опять что-то летает. Надо найти какую-то дорогу, наверное, и поехать по дороге. Я так вряд ли найду что-то. Что-то. Еще много чего надо найти, по идее, чтобы ослабить. Может быть, как раз ревнители есть та самая часть, которая нужна, чтобы ослабить. А, здесь мы с вами были, да? Кстати, а что там за храм такой? Ну-ка. Неужели ж там ничего нет? Хотя вполне возможно, что я тут уже была. Стоит ли сейчас стрелять, лезть, ронять и так далее? Во-первых, карта. А, ну это аббатство. Да. Все мы тут уже порастаскали. Опять вопросительный знак. Еще один торговец. Или это заяц? Могу с тобой с лошадью поговорить? Нет, надо слезать. Торговец? Приветствую! Ты что-то ищешь? Я могу помочь? На это стоит потратить серебро. Ой. Нет. Тогда в другой раз. Чё тебя огорчит, что другого раза может и не быть? Прям триумфальная арка. Так, ладно. Дай-ка я ещё посмотрю, куда это может вести. Сюда, тут что-то есть. А как так? Я здесь что-то не нашла. Опять эта башня. Там мы вроде всё сделали. Здесь что-то еще в лесу есть. Короче, так мы и пойдем. Давай сейчас дойдем сюда. Да.
Часовня, монастырь, да, тут мы уже все, как бы, наше дело сделано. Даже ничего не появляется. Хотя, подожди, теоретически мы его просто грабили. Но сейчас по нашему заданию, может быть, нам и надо в этот монастырь что-нибудь очередное, не знаю, там, разграбить, захламить, еще что-то. Где он? А, он далеко. Да, ну, да. Так, а тут чей-то просто дом. Ага. Что это вы тут прячете? Читерн Хиллс, опять же. А зачем это вы тут прячете? Ну-ка. Записка жене от мужа. Квенбург. На всякий случай напомню, что ты вынула из моих штанов ключ. А, чтобы ты вынула, прежде чем стирать их. Мне уже надоело каждый раз искать его в грязи. Шлю любовь и благословение. Понятно. Итак, где у нас сохнет белье? Или где его тут стирают? Там, вероятно, будет и ключик. Так, ну на помойной куче вряд ли стирают. Тут какая-то бочка со смолой, это тоже вряд ли. А вот чан, это странно. А где ж та самая жинка, которая стирает штаны? Вернее, где она это делает? Сюнин. Расправь крылья, Сюнин. Глянь-ка-то, Сюнин, сверху. Я, кстати, не помню, а может, я уже искала эти постирушечные дела, нет? Сюнин ничего не видит. Так, встань, Эйвор, а то еще подумают что-нибудь. Так, где вы тут стираете? Здесь вы делаете дрова. Здесь тоже что-то стругаете. Не, ну по идее ключ-то должен же высвечиваться как-то, нет? Должен высвечиваться, даже если это архисложная по меркам Юбисофта головоломка. Ключ не высвечивается. Поэтому, Эйвор, полезли. Ой. Упаля. Упаля наша Эйвор. Просто вижу, что там можно залезть через окошко. Подожди, давай. Как нет? Ага. И все. Пришлось стрелы потратить. Ну, так будет быстрее, чем искать место, где они стирают штаны. Найдите ключ от двери. Как? Подожди, ключ от двери. Зачем мне ключ от двери? Все. До свидания. Даже если где-то есть ключ от двери, мне он больше не нужен.
Вот такие вот дела с пастерушками. Так, давай-ка добежим еще до следующей нашей точки. Это точка... Вот это вот. В любом случае, они все там. Пошли лошадь. Опять мы какую-то цаплю убили, да? Ну, не убили. Так, это тут это проклятое озеро. Придется его, наверное, бежать. Так, дорога, да, дорога, но нам не по пути с этой дорогой. Фактически мы ездим туда-сюда уже которую серию, уже которые сутки. Это было? Волк? Это все, вот и все. Хочется опять же придерживаться дорог, да? Понятно, что напрямки оно было бы быстрее, но хочется дорог, потому что я не теряю надежды, что может быть действительно еще какая-то засада, там еще что-то будет. Что тут происходит? Какие-то такие мрачноватые места. Туман, гриночская трясина, собаки Баскервилли. А, подожди, так мы же здесь были вроде, нет? А, посмотри, какой-то веселый. Ага. Какие они умненькие стали в кустах. Вот наш враг! Убить! А, ты не один? По кустам сидят негодяи. Лошадь. Извини, ну что делать? Целяви. Ага, ты за палаткой, да? Даже не хочу с вами возиться на всякий стелс. Блин, промазали. Здесь все кишит стражей. Да какое там кишит два человека? А. Опа. Кого ты там собиралась сбить, Эйвор? Ну вот. Опять же, это добыча, добыча, добыча. Деньги. Стрелы. И больше ничего. Ну, надо... Чтоб Сюнин что видишь вокруг? Глянула какие-нибудь опалы. А-а-а.
сохранится. Ну, это уже неплохо. Титан, я так понимаю, да? Так. Как хорошо. Ням-ням. Ням-ням. Так, чего добыча? Зуб. Очень ценная, очень нужная добыча. Такой, упс. Блин, промазали. Да как же так-то? Тороплюсь, потому что... Постоянно будут ходить патрули. Все это будет вечно, постоянно. Даже никаких ценностей при них не оказалось. Ладно. Карта. Смотрим. И выезжаем. Давай, может, сначала сюда. Опять же, почему? Потому что на дорожку. Собственно говоря, именно по этой дорожке я хотела ехать, хотя, как видите, дорожка тут такая, относительная. Хотя нет, почему? Есть. И ты, конечно, тоже торговец. Нет. Но нет. О-ля-ля. Пури, меня не узнали. Места нам незнакомые. Давай открывать уже эту область. Ну вот, собственно говоря, и все. Еще стоит, наверное, посмотреть, где тут ходит у нас ревнитель. Нет. Что ты видишь, Сюнин? Нет, Сюнин, наверное, не с тобой. А, смотри-ка, о! Как так мы с ним разминулись? Только что же там проезжали? Только что там проезжали, но нет. Пошли посмотрим одним глазком, если что, то, может быть, в следующей серии мы и доделаем это. Кстати, серия наша какая-то невменяемо длинная получилась. Дай-ка мы шапочку оденем. На всякий случай. Вот и он.
А кто ты такой? Почему ты там крутишься? Кудберт это. А ну-ка, дайте-ка мы глянем. Что за Кудберт такой? И насколько он силен? Вигмунд, Патрик, Резец, Алебарда, Колокол. О-о-о, мощь-то 160. Выглядит щуплым, но может доставить нам массу неприятностей. Очень эмоциональный человек, который горюет по каждой своей жертве. Нередко он даже помогает оплатить похороны людей, которых убил. Но он верно служит наковальне. Кто такой наковальня? Ладно. Форса у нас еще 130, 160. Этих мы убрали, а вот здесь еще неизвестные. Мы этих, собственно говоря, убрали, которые... Вигмунд, Патрик. Сказок найдено 2 из 6. Вот, так что я не знаю, будем ли мы... Будем ли мы с этим ревнителем тут сражаться? Он явно нам не совсем по зубам, потому что если мы посмотрим нашу мощь, ну вот еще 2 очка, ну 160 мы не дотягиваем. А, это все-таки... Ну, хотя даже не знаю, друзья, можно попробовать. Другое дело, что мы с вами уже довольно долго блуждаем. Я потеряла счет времени. Возможно, что эту серию я поделю на 2. Вот. А мы с вами увидимся уже в следующей. Ну, а всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока.